еще раз посмотреть, на какой же уровень поднялись те студенты, те маленькие ученики, которые пришли когда-то 7-летними, 10-летними в школы искусств, художественные школы. Затем учились в средних профессиональных учебных заведениях, в художественном институте, вот теперь творческие мастерские. И теперь они уже выросли теми художниками, которые собрали вот эти два больших зала, чтобы мы увидели, чему они научились за такое большое количество лет. Конечно, роль Академии в Красноярском крае трудно переоценить, потому что это роль главенствующего субъекта, который шлифует уже тех ребят, которые и с самого начала уже талантливые, и получили образование уже во всех ипостасях, которые я назвала. И вот эта вот встреча и взаимодействие ученика, студента с мастером продолжает их формировать в том, что мы сегодня видим в этих залах и, надеюсь, будем видеть всю их оставшуюся жизнь, уже как сформировавшихся, законченных или развивающихся художников. Я принял профессию художника как свою единственную и самую главную для того, чтобы искусство становилось самым основным и самым главным в развитии человеческой личности. Поздравляю всех, особенно, конечно, девушек, которые закончили, наконец, этот труднейший, сложнейший путь. Думаю, что им все равно сегодня грустно. Они все это, наверное, все вам расскажут. И поздравляю Академию с еще одним выпуском замечательных юных художниц. Еленковой Елены Витальевны. Государственное учреждение региональное отделение Урал-Сибири и Дальнего Востока Российской Академии художеств в городе Красноярске выражает уверенность в том, что, обретя высшую квалификацию, Елена Витальевна Еленкова будет достойным продолжателем высоких традиций российского искусства и обогатит своим творчеством современную отечественную культуру. Спасибо тебе, Академия, за счастье, что было здесь, за творческие мучения, за праздники и за песни, за веру, любовь и искру, за то, что с тобой прошли, за то, что свела дорогой, за то, что мы все дружили. Останься такой же светлой и теплой, словно солнце, и творчеством окрыленное дарит пусть ночи оконца. Добра тебе и внимания, а мы тебя не забудем, сквозь ветры твоими птицами к теплу возвращаться будем. Спасибо тебе, хорошее, такое всегда оставайся, и новыми свежими красками полеты вдохновляйся. Союз художников, наверное, это последняя организация, которая будет сопровождать их в течение всей их творческой жизни. И хочу сказать, что один из стажеров совершенно недавно получил творческую мастерство. Это Лена Еленкова. Спасибо. Поздравляю. Самого великого певца Шаляпина, который говорил: «Я не верую в одну спасительную силу таланта, без упорного труда». И я очень рад, что именно это милое, замечательное только следует этому удивительному правилу. Не знаю, это или нет, но